В середине сентября Екатерина Терешкович объявила о разводе с Гогеном Солнцевым. Женщина объяснила, что устала терпеть выходки шоумена. Сегодня стало известно, что пара официально расторгла союз. В личном блоге Гоген Солнцев опубликовал фото свидетельства о расторжении брака. Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве прощального подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию, подписал публикацию шоумен. Солнцев также заявил, что уже готов вступить в новые отношения. Эпатажный артист даже описал, какую спутницу ищет. «Я снова холостой и готов познакомиться с воспитанной, верной девушкой, не пьющей, не имеющих материальных и морально-нравственных проблем, а также проблем с психикой, возраст любой, наличие детей допускаю», рассказал Гоген Солнцев.